Гектор, тебе нужно поспать немного. Попросить ребят сделать потише. Ребята, можете сделать потише? Малыш Гектор. Ну хватит. Гектору станет лучше. Я надеюсь. Гектор. Принести тебе лекарство. Пойдем сюда. Тебе тяжело лететь? Я знаю, Гектор, что тебе тяжело лететь. Держи. Выпей лекарство. Гектор, очнись, Гектор. Ребята, помогите. Там Гектор потерял сознание. Мой хороший, ты ранен. Гела, вызови скорую. Гектору плохо. Ты вызвала маму Эмбера. Хорошая идея. Вот есть отличная идея, как заменять Эмбера на ее маму. Теперь ее мама приехала в автомобильный город. Эльза тут от этого немного кайфует. Тихо, тихо, успокойся. Сейчас Фрэнк достанет. Молочко подогреет. Кто-нибудь поможет? Помочь? Держи, малышка Гела, подержи Урбана, пока он донесет Гектора. Сейчас мой хороший врач приедет. Тебе Гектора очень жалко. Я пришла. Эмбер сказала, чтобы я ее заменила на работе. Спасибо, что вы приехали. С Гектора проблема. Так. Разбудите-ка Гектора кто-нибудь. Мэтт сможет, если что. Гектор. Гектор, очнись. Гектор! У тебя был единственный метод? Все, отлично. Уи! Наконец-то ты очнулся. Кто планировал вызвать маму Эмбера? Так Эмма теперь заменила себя. Это точнее Эмбер. Гектор, у тебя горло красное. Ну-ка покажи-ка. Действительно. Когда в первый раз температуру померили? Когда Гектору становилось плохо. Померяйте еще раз.
У него-то температура, наверное, совершенно повыше стала. Ну, давай, тихо, тихо. Успокаивайся, Гектор. Вот бедняга. Так за него волнуюсь я. Ну что, сколько? Сейчас. Это что такое? У него температура, что ли, повышена? Действительно. Да Гектор горит словно огонь. А что, он горящий? Ну, было. Даже вон автопатруль потрогали лоб. Я даже вон не понимаю, чем он болеет. Можете сказать диагноз? Гектор, ты горишь как огонь. Мурзик! Вон отсюда! Сейчас Мэтт тебе покормит. Да это писанка! Я имел в виду, что у Мурзика, что у Гектора-то лоб горячий. Бедняга! Чуть у него голова не разболелась. Я сам в шоке, представляете? Так. А Гектор случайно не принял это лекарство? Он давно это не пил. Гектор... Можешь пойти в комнату? No. Вот его моя кружка, если что. Напей. Какая противная, как микстура. Ну, хватит. Открой рот. Противная? Гектор, хватит. Вот она вообще волнуется. Так. Ты сюда. Ты сейчас за водой сбегаешь? Гектор, тихо, тихо, станет тебе скоро лучше. Это тебе таблетка от болезни. Гектор всегда грустный. Ну что ж, давайте проверим его на легкие. Ну, как сказать. Дыши-ка, не дыши. Что с ним? У нас проблемы. Какие проблемы? Могу сказать своей дочери, что он такой болезнью болеет, что и она. Том же, что и Эмбер. Она тоже болеет такой болезнью. ОРЗ. Да, ОРЗ. Вот вам рецепты и лекарства. Держите. До свидания. Мы с этим справимся еще, Гектор. Давай сюда. Мы рецептик, если что, туда положим. Кстати, это рецепты для там всяких лекарств, список лекарств, чтобы Гектор поправлялся. Такой же рецепт дала Эмберу. Пойдем, она тебе даст тебе сухого корма. А что ты не доел свой? Все, поел. Молодец. Классно. Сейчас твоему папе станет легче.